Два года Сочи бьется за честное трудоустройство, объясняя предпринимателям, что времена зарплат в конвертах и серого сектора экономики прошли. Мобильные группы постоянно проводят проверки предприятий. Нарушителей хватает во всех районах курорта. Владельцы магазинов или салонов красоты оформляют на работу по трудовому законодательству 2-3 человека, а остальные работают нелегально. В итоге отсутствие всяческих гарантий по зарплате, оплаченного больничного, а в перспективе порой и вовсе нищенская старость. Когда работодатель надлежащий не оформляет трудовые отношения со своим работником, работник, соответственно, лишается социального статуса, лишается всех социальных гарантий, социального пакета. Это все отчисления и, соответственно, в будущем и пенсионного обеспечения. И это сегодня самая главная задача и забота главы города, что это невозможно, так не может работать экономика, так не может работать социальная сфера. Тем же, кто был пойман на нарушениях, прямая дорога в трудовую инспекцию. Уплаченный штраф, а это от 20 до 100 тысяч рублей за каждого неоформленного работника, покажет, что выгоднее вести свое дело по закону.